Друзья, вечер добрый, с вами Квантум и Кратос, сегодня КС с открытием кейсиков. Всем доброго времени суток, друзья. Гамма-кейсики 2, любимые кейсы, с которых нам выпадал нож, неоновая революция и много всяких крутых вещей. Короче, это самый лучший кейс in the world на сегодняшний момент. Так-то да, потому что нам выпадали плюхи вкусные. Он кстати, Данил, мне недавно выпал фомасик вот тут прикольненький. Который Roll Cage? Именно. О, поздравляю тебя, красавчик, да. А выпадает нам скумбрия. Знаешь, мы же, походу, рыбзавод с тобой собираем. Паштет, друзья, приходите на сходку на паштет. Такой, знаешь, типа, крутится-крутится вообще красное-красное, а в итоге выпадает одна синева. Вообще ничего, ну-ка, бенушка, ну что же такое? Давай ты нам подаришь хотя бы, не знаю, что-нибудь. Да не, у меня есть идея. Какая у тебя есть идея? Давай, короче... Хорошо, но то, что нам ничего не выпадает, это очень плохо. Выбери еще раз предметик. Ты смотри, сейчас... пролетает фиолетовое по одной... Ты видел вообще? Просто топливный инжектор. Топливный инжектор пролетел и выпала фигня, друзья. Поток выпадает, ну ничего. У нас... Слипстрим выпал. Мы не сдаемся. Ни в коем случае мы не сдаемся. Главное. Главное не победа, главное участие, 100 трек. А, 100 трек, ласка, слушай, неплохо, интересно, какого качества? Прямо с завода. Я думаю, что он после полевых испытаний. Кстати, ну, Данил, ты заметил, у тебя уже все шмотки из этой коллекции. У меня все шмотки, в основном все шмотки из этой вообще коллекции. Вообще все, там на всех стоит галочка, это на самом деле очень круто. Вентилятор. Вентилятор! Стейдж, выпадает одна дичь, Антон, ты понимаешь? Ну хоть бы что-нибудь, хотя бы неоновая революция, раз Дрэкона за 2000 приехал, да, я бы... Зима... Собака! Блин! Ага. Опять инжектор проехал, за 2000, наверное, новый. В смысле, инжектор стоит дешево, ты че? Он 2000 стоит новый, ФАМАС или 3000. ФАМАС мой 1000 стоил, лол. Окей, вот, ладно. Топливный инжектор дороже стоит, видишь, ладно, парадокс ладно, какой. Ладно, АК-47, неоновая революция. Лол, безысходность просто. Все, Данил, пошли шубу делать. Реально, тут уже шубу можно, ну как рукав как минимум точно можно просто сделать. Просто шубу можно сделать, паштет. Ай, Гринпис? Паштет можно сделать. Паштет из ласки, вот ты мудила, слушай. В смысле не из ласки, а из скумбрии? Давай, Данил, давай. Антон, зачем мы это сделали? Ни хрена же нам не выпадет в итоге, ты же понимаешь, что прекрасно. Ну, мы купили уже ключи, кейсы не очень дорогие. Сегодня день инжектора топливного. Здрасте. Ну вот, я ж тебе говорил. Я тебе говорил, что сегодня уже. Ты всё. Триарх просто триарх. Че не выбираешься-то, а? Все, ну, окей, Данил, все, Данил. Окей, крыться последний раз барабаны. Блять, там фиолетовое пролетело. Ну просто скумбрия. Начали мы скумбрии, закончили мы тоже скумбрией. Скумбрия. Вот так вот, а мы продолжаем. Друзья, но мы продолжаем играть на CS Money. Это сервис по обмену вашего ширпа в элитное снаряжение. То есть, допустим, у вас ситуация как у нас. Вы открывали кейсы, и вам с кейсов понавыпадало кучу всякого дерьма. То есть, что делать? Вот, допустим, скумбрия. Отправляем ее в топку. Отправляем по 90 Ironclad тоже в топку. То есть, как это работает? Вы просто обмениваете дешевое оружие в дорогое. Это очень удобный сервис, и я, к сожалению, о нем не знал. Теперь я вот знаю и буду обменивать свой ширп в нормальные вещи. Вот у нас опять скумбрия. Нажимаем, значит, обмен. Так, не, мы теперь, теперь должны ты выбрать... Должен выбрать. Теперь так, ты должен... мы должны выбрать предметы на сумму 675 рублей. В общем, вот так это работает. Так, как это сортировать? Желательно всё? Лучше сортировать. Минимальная цена, и там, наверное, будет у нас... Да, вот оно. Нет, минимальная цена здесь очень сильно минимальная цена, даже если прокрутить все это дело вниз. Поэтому предлагаю сортировать по максимальной цене. Так будет наиболее логично. Так, и давай и просто сейчас, спустимся вниз. Ой-ой-ой, вообще жестко, друзья, бля, 6 тысяч. 6 тысяч, нам нужно еще очень ниже, еще, потому больше что... больше золота. А может нажать автоподбор и посмотреть, что он нам может предложить. Ага, вот мы добрались вот, до отметки вверх, 400. Вверх. А ты можешь, смотри, ты можешь выбрать, например, какой-нибудь шмот и потом нажать автоподбор, и он тебе еще подберет. Ну да, так это работает. Так мы и сделаем. Вот смотри, к примеру, да, чтобы выбрать, даже не знаю, чтобы давай... Петух Азимов. Петух Азимов? Нет, это слишком дешево, нужно что-нибудь подороже. Вот, допустим, Redline можно взять. Давай возьмем вот да, он да, с наклеечками. Да, да, да. Взяли мы USP и видим, что у нас баланс не совпадает. То есть здесь у нас 527, здесь 675. Нажимаем автоподбор. Та-дам! И... Блин, да что ж за хрень-то? Кому я дорогу перешел? В общем, да, сайт нам щелкунчик подбирает, читербокс. Вот это... Нажимаем обмен. Так, друзья, проверка прошла успешно.
переходим в обмен и подтверждаем его. Подтвердить обмен. Так, друзья, мы обменяли наше оружие, ширп, в более элитное снаряжение. И теперь давайте обменяем элитное снаряжение на более элитное. Начнем мы закидывать. Ой, да вы сейчас офигеете. Короче, давай все ножи наши сольем. Погнали, на погнали, Антоха. Просто посмотрите, 60 тысяч. 70 тысяч. 70 тысяч. Не, ну а почему бы и нет? Это еще 80, не все, Антон. 80, 90. А, друзья. И это еще не все. Вот все, теперь все. Антон, посмотри на ценник. 170 тысяч. Данил, давайте рассортировать CSGO. Статрек, 129 тысяч. Давай его возьмем тогда. Забираем. Выбираем вой. Factory New, друзья, 129 тысяч. Factory New, вой. И нажимаем автоподбор и смотрим, что нам может приложить. Еще ножичек, так знаешь, на мороженку за 40 тысяч. Да пошло в жопу, мне не нравится такой обмен. Ладно, да. Давай Драконгор еще один. Давай возьмем какой-нибудь зажиточный ножик, ну допустим. Тут что-то уже ножик? По 3 тысячи идет, ты видишь? Да, по 4000. Чего возьмем-то зажиточного? Можно взять рыцаря. Давай, может, зуб тигра возьмем? Или зуб тигра. Он никогда не упадет в цене. Это самый лучший и очень красивый нож. Так, и предлагаю нажать автоподбор и посмотрим, чего нам добавит сайт. И добавил он нам еще один крутой нож. Офигенный нож, керамбит. Статрек М4А4. Ну, неплохо, именно. Почему бы и нет? Давайте нажмем обмен. Так, нажимаем обмен, и теперь мы заберем крутое оружие себе. Ждем обмена, просто ждем обмена. Ждем, просто ждем. Твердить обмен, да, я доверяю, и принять обмен. Теперь это элитное снаряжение будет нашим. Ну что же, друзья, вы можете лицезреть мой инвентарь, и вот он мой нож, и вот он мой... Вот оно, рыба моей мечты. Вот он мой вой, все, все у меня, и теперь у меня крутое элитное просто, снаряжение. Просто, кстати, Данил, посмотри, проверни вниз. Этого воя нету в стиме. Сейчас этот предмет никто не продает. Вообще. По-моему, это круто. Ну что же, друзья, играли мы на CS Money. С вами был Quantum и Kratos. Всем пока. Всем пока, ребят.